Всем привет, друзья! Итак, вы на канале BitRider. Я сегодня планирую небольшое путешествие, но это будет такое маленькое путешествие на 25 километров от дома, из которых 15 километров я буду ехать по городу, ну и километров 10 за городом. То есть я поеду в самый ближайший пригород Берлина к товарищу и заночую у него, так скажем, перед домом на лужайке. То есть он мне выделит площадку, где я могу разбить палатку и протестировать свое барахло, которое я купил на Амазоне. Ну-ка, посмотрим. Фу, бля, тяжелый. Даже не знаю, тебе привязывать его или нет. В принципе, блядь. Забыл ключ. Ключ от скутера, от зажигания. О, классно. Вообще шикарно будет. Ладно, ребята, погнал я за ключом. Ну чё, ребята, погнали? Так, первое мое мотопутешествие. Пусть недалекая, маленькая, но все же мото. Стоп. Я очки где-то пролюбил. Или я их из дома не одел, или я их там на стоянке забыл. Ну, блин, опять домой возвращаться. Так, друзья, наконец-то вроде все. Сначала ключ забыл, потом очки забыл. Ой. Все что-то забываю. Ну, погнали. Надеюсь, больше ничего не забыл. А если и забыл, то пофигу. Недалеко еду. Надо бы время от времени останавливаться, посмотреть сумочку, как она там. Тут такое ощущение, будто она немножко перекосом. Ладно, пока спина ее чувствует, все нормально. Ну что, друзья, я могу сказать. Вот как выглядит мой мопед с навьюченным этим мешком. Мешок я не жалею, что купил именно этот. То есть я сначала купил на 50 литров, он мне показался маловат. Потом я поехал, взял на 70 и реально не прогадал. В него вместилось все, даже еще место осталось. Я положил туда подушку, этот спальник я вообще не сжимал. То есть он как распушенный, я его туда закинул. Ну, мне надо было создать объем, так как это симуляция путешествия. Плюс на скутере на нем ехать вообще было сейчас удобно. То есть, смотрите, получается такая классная спиночка. И, то есть едешь как на голде, расслабленно. Блять, ребята, я вот все ною, что вот мотоцикл, путешествие, да? У меня скутер есть, а я туплю, никуда не езжу. И что он полтинник ездит? Можно проложить маршрут по населенным пунктам, по деревням, по всяким. Там, в принципе, разгоняться-то повода не будет. И ехать себе спокойно целый день, кайфовать. Блин, ну я, наверное, так и сделаю. Сейчас посмотрим, как эта симуляция пройдет. Пока еду хорошо, дождичка нету, небо пасмурное, осталось мне буквально километров 10. Так что фигня, я уже почти приехал. В принципе, даже если так по-хорошему, если куда-то ехать, можно эту коммутатор поменять на разлоченный, кое-где там 60 можно будет ехать. Нормально. Вон Вадик, считай, с Ростова до Белого моря доехал на скутере. Да еще на каком? Там умотанный такой был скутер, а тут вон какой конь. Не в обиду Вадику, не, ну, блядь, на нем реально можно ездить, сука. Смотрится брутально, мощно. Так что все будет, ребята, зашибись. Потому что с правами у меня сейчас, как бы мне заявку сделали на 14 июля экзамен. И то, если этот день одобрят, если там экзаменатор свободный будет, тогда я буду 14 июля только сдавать. Это месяц и несколько дней. То есть, блядь, я вообще-то рассчитывал, что в этом месяце у меня уже все будет готово. Но, как говорится, надейся. Оп, что тут такое? Там у меня ноутбук лежит, он, видимо, тянет здесь угол. Ну, ладно, потом буду учитывать этот нюанс. Ноутбук буду как-нибудь ложить, наверное, вот так, чтобы на верхней части он был, чтобы вот такой фигни не было. А то он так мне очень быстро дырку пробьет. Так что вот такие вот, ребята, дела.
А в августе мне надо ехать уже к дочери. Кажется, 6 или 7 она пойдет в первый класс, и мне по-любому надо как-то ехать. У меня варианты. Ну, естественно, мотоцикл. Но это, скорее всего, если экзамены все сдам ништяк с первого раза, то с большей вероятностью. Потом другой вариант – это брать машину в аренду. Или я уже даже сейчас не исключаю вот поехать на этом красавце. Так что вот такие вот дела. Ладно, ребята, последний рывок, и я буду на месте. Так. Реально на нем сейчас как на голде, так кайфуешь потихоньку. Классно. Мне нравится. Так. Ну, сейчас не спеша доедем. Какой воздух классный, влажный, свежий. Лепота. Так, все, приехал я. Ja, heute bin ich Tourist. Ja. Hey. Was ist mit dem? Ist dazu da, dass er sich nicht beißen kann. Ah. Er wurde operiert am Montag. Ach so. Okay. Ein Schutz für dich. Okay. Ist das okay? Ist das in Ordnung, wenn ich hier geparkt? Immer. Okay. Puh. Так, друзья, вот здесь где-то я сегодня буду ночевать. Так, друзья, пойдемте ставить палатку. Посмотрим, что за палатка. Надеюсь, без косяков, потому что когда я распаковывал, там эта упаковка была так себе. Так, друзья, палатку я собрал. Конечно, первый раз ее собирать было немножко неудобно. Не знал точно, как это делается, потому что опыта особо с палатками нету. Но кое-как мне это удалось. Вон, смотрите, как она выглядит. Давайте покажу так пока что. Не знаю, насколько правильно я ее собрал. Ну, будем посмотреть. Так, сейчас я буду надувать в нее этот... коврик, матрасик, на котором я сегодня буду спать. Так, друзья, давайте я вам покажу теперь внутренность палатки. Так. Так, вот так у нас выглядит палатка. Собственно, не знаю, будет вам сейчас хорошо видно. Кину кого. Ну, а знаете, одному здесь вообще будет шикарно. Даже вдвоем можно. Но я планирую со своей дочкой здесь иногда переночевать. Поэтому она маленькая, ей 6 лет. Так что нам двоим здесь поза глаза хватит переночевать. Сейчас я матрас тоже разложу. А, вот так вот все.
головой я буду туда спать, так что нормально. Итак, друзья, я сейчас нахожусь в своей палатке. Немножко непривычно. Интересно, надо разбираться еще, что вот, например, вот это за висюлька здесь. Надо понять, то есть многие вещи, мелочи. О, комарик залетел, ладно, потом убью. Тут вот у нас есть типа полочки, можно что-то положить. Там даже есть крючок для лампы, вон подсеточкой. Ну, она снимается легко. Так, дальше что? Здесь у нас вот тут можно открыть, но только надо с той стороны делать. Тут у нас опять же, видите, как дышит. Ну, это, я сказал, летняя палатка. Хотя, не знаю, зимой можно, не можно. Я пока что неопытный турист. Я пока что только учусь. Ну, вдвоем здесь все равно будет немножко тесновато. Ну, если так, одну ночку переночевать, конечно, можно. В принципе, даже вдвоем можно сидеть вот так. Один человек там сидит, здесь. Ну, места должно, в принципе, хватать. Спать, конечно, только будет притирочку. Зато тепло. Так что дочка у меня маленькая, так что нормально. Поместимся с ней как-нибудь. Здесь у нас вот будет сегодня вход. Здесь его можно отдельно вот закрыть изнутри. Потом можно будет еще натянуть вот эту или скрутить ее вообще. Получается, сюда я буду ставить ботинки свои. Мотоботы, чтобы они там под дождем не намокли, если что. Также с этой стороны, видно вам или не видно, то я положил сумку, то есть тоже она будет закрыта от дождя. Можно еще какие-то вещи там положить. Опять же, я это все могу отсюда, с внутренней стороны, открыть и иметь доступ. То есть могу взять. То есть поэтому лишнее барахло можно как бы выгрузить все наружу. И будет супер. Ну что, ребята, вот здесь я сегодня буду спать. Сейчас что-то как-то чувствуется влажно. Ну, это, наверное, потому что я собирал палатку и немножко вспотел. Поэтому, наверное, ну, немножко душно. В принципе, ночью должно быть нормально. Вот что мне нравится в Германии, вот в частности в Берлине, здесь, если даже днем будет жарища 35, ночью здесь всегда прохладно. То есть ночью можно нормально отдыхать и спать. И взял себе вот такой штативчик еще на всякий случай. Ну там, мало ли, может быть, кино перед сном посмотреть. Хотя я планировал в этот раз почитать, взял с собой электронную читалку, которую уже 100 лет не включал даже. И хочу ее почитать сегодня. Благо, такая возможность уединиться. Так, давайте посмотрим, что я взял из продуктов. Продуктов я сегодня взял так, по минимуму. Ну, самое основное. Я даже все это не съем. Давайте посмотрим. Сейчас. Так, это вот такой снэк. Это орешки с изюмом. Да? Вот такие. Чисто так перекусить. Потом что? Взял вот такие вот сублиматы. Ну, это лапша. Китайской кипятком залить. И все, зачем-то я их две взял. В принципе, я сегодня вечером поем, завтра утром позавтракаю и все. Ну, на всякий случай взял. Попробовать в походе. Так. Взял вот такой вот супчик с вермишелькой. Обалденная вещь. Я дома часто готовлю вот такие супы. Мне очень нравится. Вот залил воды, одну картошку почистил, вот это все высыпал. И пу, красота. Дальше что я взял? Взял вот такой вот сублиматик. Ну, конечно, он не дешевый, но такое все-таки прикольный. Я его один раз брал на пробу, попробовать на вкус. Есть можно. Такой. Что тут есть у нас? Горох. Это киноа. Чиа. Ну, в общем, все такое веганское, классное. Должно быть вкусно. Ну, не должно быть, а вкусно. Даже взял себе вот немножко кофе. Кофе взял, чтобы утром сварить себе кофейку на свежем воздухе, на природе и кайфануть. Так, что я еще взял? Подождите секунду. Это я завернул пару пакетиков чая. Вы не подумайте, это не трава, это здесь реально пару пакетиков ромашкового чая. Ну, что перед сном, если что, может быть, попить. Кофе-то у нас будет на утро. Так, здесь я взял свою посуду. Я вам ее показывал уже в своем обзорчике. Ну, давайте еще раз достану это все и покажу. Неудобно держать, правда, одновременно
и снимать. Ладно. Здесь у нас насадка на газовый баллон, чтобы можно было греть. Эта подставка, она вообще какая-то стрёмная. Она, по-моему, нафиг не нужна. Она на этот баллон даже не налазит. Баллон я запихнул вот в эту кастрюльку. Соответственно, он ставится на подставку. Вот насадка отсюда, она накручивается сюда. И можно будет все это дело варить здесь. Воды у меня литр, то есть, в принципе, у меня доступ к воде есть. Я могу всегда зайти к Каю, попросить налить воды. Но я специально взял бутылку литровую и постараюсь обойтись именно этим литром воды, скажем так, на ночевку. Просто сегодня будет такой тест, симуляция бомжевания. Так что симулятор бомжа. Если вечером будет темно, а вечером будет как пить да темно, то у меня есть вот такой налобный фонарик. Конечно, немножко громоздкий, можно будет потом когда-нибудь купить что-нибудь посерьезней. Этому фонарику уже хер знает сколько лет, но он светит. И это самое главное. Больше нам ничего не надо. Взял с собой пауэрбанк. Вот он. Вот такой. Так, секундочку. Вот такой пауэрбанк. Мне его хватает нормально. В принципе, я им заряжал несколько раз свой iPhone. Я им могу к нему подключать свой MacBook. Но MacBook я сегодня не взял. Я взял сегодня обычный ноутбук Lenovo ThinkPad, который... Потому что мы сейчас с Каем еще немножко хотим там по учебе кое-что поделать. Там, кстати, еще кружка валяется. Видно, да? Ну, в общем, ребята, как вы видите, у нас на улке сейчас светло. Здесь уютненько, вообще шикарно, птички чирикают. Ну, в общем, вид у меня из окна, сейчас покажу, какой огород соседей. Вот так вот, я специально с этой стороны, чтобы из дома там меня соком не полили, когда я буду здесь что-то варить или что-то такое. Поэтому я прям уже предвкушаю, я думаю, будет по кайфу, потому что вот я сейчас ехал на своем мопеде, это было так кайф. Вот я знал, что все это мини-путешествие так будет понарошку, но все равно я предвкушал, это был кайф. И я не знаю, даже если вот у меня сейчас я месяц буду без мотоцикла, как я уже объяснил, что с правами получается такая фигня, может быть, я буду иногда выезжать вот так даже к Каю, просто если он меня пустит еще раз когда-нибудь сюда. Или даже в ближайший кемпинг в пригороде Берлина можно по-любому найти. Просто выехать куда-нибудь, вот чисто уединиться, взять книжечку, почитать какую-нибудь интересную. Потому что дом он задолбал. Дом это постоянно компьютер. А, кстати, ребята, тут я как раз нахожусь под глиссадой. Здесь аэропорт, этот новый аэропорт, который сейчас откроется. Ну, он как новый и старый вместе. То есть старый это еще ГДРовский аэропорт, и к нему пристроили сейчас еще один терминал, и по сути появился новый аэропорт, который вот-вот должен открыться. То есть тот аэропорт, в котором я работал, Тегель, его сейчас закрыли, и с ноября должен открыться новый. И вот как раз сейчас я нахожусь под глиссадой, где самолеты заходят на посадку и взлетают. Так что будет весело. Но учитывая, что сейчас еще особо путешествий нету, ну, сами знаете, из-за карантина, то самолетов будет относительно мало. А когда здесь начнет работать аэропорт на всю катушку, то здесь жить будет людям жопа, честно. Люди еще не знают, что это такое, жить под глиссадой. Ну, так как я, допустим, фанат авиации, мне, в принципе, пофигу. Я даже балдею. Так вот, приоткрыть окошко и наблюдать самолеты можно. Когда с ними не работаешь, от них получаешь удовольствие. Когда начинаешь с ними работать, то удовольствие почему-то куда-то уходит. Ну, то есть превращается все в рутину. Так, ребята, мы тут хорошо сидим, поэтому я не знаю. Надо что-нибудь, наверное, сейчас... я сейчас поставлю камеру на штатив. Так, ребята, я понял, зачем вот эта висюлька. То есть... Это для того, чтобы вот когда так вот мы открываем, и вот таким вот образом можно это дело зафиксировать, чтобы оно не болталось. Честно, вот я сижу сейчас какое-то время уже в этой палатке. Так. И знаете, что я могу сказать? Мне здесь уже немножко душно. Так что, ну, это еще, опять же, усугубляется тем, что на улице влага. Поэтому мне душно. И кто-то вот так усиленно тут недалеко
пилит какие-то доски дрова. Немножко ломает кайф пребывания на природе. Ну да ладно, когда-нибудь это закончится. Хотя долго это еще будет длиться. Сейчас всего лишь еще только без 15:03. Ну, так, что вам показать еще? О, я сейчас открыл. Блядь, свежесть сошла. Как хорошо. Жесть. Обалдеть. Так, давайте вот я вам покажу, как эта фигня устроена. Настроим. Все равно потом вечерком будем готовить что-нибудь. Так. Так. Все. Готово. Вот такая у нас получилась горелочка. Ну и зажигается она, естественно, с пьезо. Классно. Это, в принципе, подставочка бесполезная. Ну и нафиг убрать ее пока что. Так, значит, наведем сейчас небольшой порядок. Все барахло скинем в один угол пока. В принципе, ребята, вот знаете, много продуктов брать с собой в кемпинг, вот по крайней мере по Германии, вообще надобности нет. Можно зайти в любой супермаркет и купить все, что угодно. Например, такую же лапшу или вот такой сублимат. То есть просто нужно для себя определиться, что ты любишь и что тебе нравится. И знать, где, в каких магазинах это лежит. Все, больше в принципе ничего не надо. Там везти с собой тонну еды. И в принципе, когда ты знаешь уже, что ты любишь, что ты ешь, это стоит копейки. Вот это вот фигня, это все, это копеечное стоит. Конечно, люди, когда приезжают издалека, скажем, из России в Европу, заходят в магазин, видят цены. Ну, особенно если заходят не в те магазины, типа как на заправке. Там ценники взвинчены раза в 3-4 относительно нормальных цен. Так, друзья, решил я немножко тут прилечь, полежать, ну, тоже заценить, как оно будет. Не, шикарно, да. Одному в этой палатке вообще бомбезно. То есть не надо больше, не надо меньше, оптимальный вариант. Так что я доволен. Надо будет еще вот с этой стороны сейчас открыть что-нибудь, чтобы здесь такой сквознячок создался, и вообще будет идеальная погодка. Ночью, думаю, тоже будет здесь классно. Я вот сейчас лежу на своем этом новеньком матрасике. Лежится вообще комфортно, то есть как дома. Особенно если, мне кажется, потом в мешок этот спальный залезть, то будет вообще сказочно. Так, даже самолеты отсюда можно наблюдать. Ну, прикольно. Так что чувствую, ребята, я в это дело втянусь. И это классно. Это классно. Я не знаю, все время ждал, все время чего-то ждем. Ждем вот мотоцикл, вот еще что-нибудь. Я даже вот с этим блогом сначала долго ждал. Думаю, сначала вот сейчас сделаю права, потом мотоцикл, потом сделаю мотовлог какой-нибудь. То есть и все надо ждать. То надо мотоцикл ждать, то надо права ждать. Все время ждем, 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 ждем. А потом ты думаешь, а хули ждать? У нас же есть, в принципе, возможности. Есть скутер, можно сделать мотовлог. Можно, почему нет? Сейчас вот с путешествиями тоже все. Вот, я сейчас жду, пока у меня там права, чтобы поехать путешествовать. А что мне, в принципе, сейчас мешает это делать? Вообще ничего. Мне кажется, это просто сам себя пытаюсь убедить, что надо оттянуть этот процесс. Надо просто это сделать, и все. Я сейчас так сам себя мотивирую. Может, кого-нибудь из вас еще тоже смотивирую. Ну, почему нет? Если получится. Дело-то благое. Так, ну, раз так хорошо лежится, может быть, орешку какую-нибудь скушать, что ли? Наверное, съем. Ой, блядь. Ну, тоже удобные порции, небольшие. Хотя, честно, жрать не хочу. Это вот от того, что на природе лежу. Опять душно стало. Не, вентиляции здесь маловато будет. Конечно, если я когда-нибудь втянусь в это дело, то я, может быть, куплю себе какую-нибудь шикарную палатку. Так сказать, палатка люкс. Но пока для начала это сойдет. По-моему, какая-то хрень ползает, блядь. Клещ, что ли? Ну-ка. Видите, нет? Вот. Вон. Пидорюга. Ну, ладно, с другой стороны, пока внутри ничего не пользует,
Ой, пока внутри ничего не пользуется. Блять, пока внутри ничего не ползает, я спокоен. Знаете, что я забыл? Вот это архиважный аксессуар. Это тапочки. Потому что вот сейчас выскочить на улицу, чтобы там что-нибудь открыть, мне надо будет одевать мои мотоботы. А это плохо. Это неудобно. Поэтому, ребята, надо иметь тапочки. Обязательно положить тапочки, чтобы можно было вот так сейчас по-быстрому из палатки выйти. Нифига тут это фауны сколько у меня там ползает, лазит. Жесть. Всякие мошки, жучки, таракашки, блин. Но пока они снаружи мне не мешают. Нет, мне вот кажется, что Аделинка здесь очень сильно понравится. Ну, я имею в виду вообще с палаткой. Да. Сейчас вот смотрю на эту палатку и понимаю, что качество, конечно, у нее так себе. Мне кажется, блядь, можно было бы за эти деньги на Алиэкспрессе 3 такие палатки взять. Я за эту отдал 85 евро. Ничего-то она какая-то хиленькая, честно. Нитки там как-то лезут. Вот здесь неудивительно ее почему вернули. Потому что когда я распаковывал, у нее упаковка была такая, как будто ее кто-то купил, она не понравилась, и люди ее обратно отправили. И запаковали там ее как-то как попало. А в Амазоне особо перепаковывать не стали, решили просто так отдать. Ладно, ребят, раз мы уж тут хорошо сидим, давайте сейчас будем еще и покушаем. Сейчас сделаю вот этот бич-пакет. Ну, для этого мне надо будет скипятить водички. Для этого возьмем вот эту даже маленькую сковородочку. И наберем в нее водички. В принципе, вода должна быстро закипеть. Я специально поставил ее немножко подальше от палатки, чтобы, во-первых, сюда тепло не заходило, ну и, соответственно, сюда угарный газ не шел. Так что сейчас сделаем вот этот вот пакет и немножко перекусим. Так, камера у меня потихоньку уже, батарейка заканчивается, осталось 19%. Флешка еще на 1,5 часа, поэтому ребята буду экономить. В принципе, сейчас вот покушаю, потом пойду к Каю в гости, там займемся своими делами. Ну а вечером, когда уже перед сном, опять я включусь. Итак, друзья, сейчас у нас уже почти 9 часов, без 15:09. В принципе, день подходит к концу. Я вот сижу в палатке в своей. Меня окружает всякая флора, но по ту сторону сетки. Это радует, что не внутри. То есть внутри у меня тьфу-тьфу-тьфу, никаких комаров, мошек, ничего нету. Так что все замечательно. Открыл сейчас обе стороны у палатки, чтобы была такая небольшая проветриваемость, потому что днем здесь сидеть реально как-то тухло. Ну, то есть ни о чем, потому что очень душно. То есть сидишь как в теплице. Это плохо. Сейчас вечер, температура уже снизилась, ну, градусов до 20, поэтому обалденно. Сейчас вот смотрите, да, вот у меня здесь окошко, то есть все светло. Я не знаю, усну, наверное, даже и раньше, чем стемнеет. На всякий случай вот у меня фонарик, если что, будет лежать под боком, если вдруг ночью проснусь. Так что должно быть все нормально. Ночью обещают плюс 15. Так что в мой мешок, спальник, без проблем. То есть у меня с собой здесь ноутбук. Только что зарядил его. Так что, если что, могу что-нибудь в нем поделать. Ну, вообще-то я планировал сейчас почитать книжку. Надеюсь, удастся. Матрасик надо немножко еще поддуть, подкачать. И будет вообще замечательно. Так что можно потихоньку расслабляться. Честно, я рассчитывал, что будет дождь, я реально надеялся, что будет дождь, чтобы испытать все это в таких экстремальных условиях. Ну, погода, как ни странно, наладилась, дождя не предвидится, даже по прогнозам, по крайней мере, завтра только должен быть дождь после обеда. Опять же, знаете, эти прогнозы, они
я не верю в эти прогнозы. Они их как-то подгоняют под актуальную погоду. Так что, ну, посмотрим. Я думаю, это не моя, не последняя вылазка. Мне это начинает нравиться. Я себя чувствую здесь комфортно. Но опять же, сейчас я нахожусь в нормальных цивилизованных условиях, как бы в безопасности. Наверное, где-то в одиночку в лесу оно будет немножко другие ощущения, если ты один, где-то там страшно, хер его знает. Ну, пока нормально. Сейчас посидели с Каем немножко там, позанимались учебой, покушали суши. Да, хотел я вроде как тут все кемпинг. Это, ну, решили взять суши. Съездили, заказали. Так что перекусили. Но я все равно сегодня уже делал себе чаек на этой своей горелке. Заваривал бич-пакет. Так что все очень удобно, все быстро, легко. Завтра утром сварю кофейку, там, может быть, позавтракать что-нибудь, может, супчик сварю. Ну, что-нибудь придумаю, буду экспериментировать. Вот такие вот дела. Так что, ладно, ребята, пока еще светло, пока у меня еще есть силы, я почитаю. Так, что-то прохладно становится, потихоньку вечереет. Надо форточку закрыть. Так, где тут? Так, просто немножко прикрою. Так, ребят. В общем, буду потихоньку сейчас ложиться, уже паковаться в спальный мешок. Время 10 час, ну это в принципе мое нормальное время, когда я ложусь спать. А дома я ложусь также в это время, сплю потом часов до 6 утра и нормально. Так что буду потихонечку паковаться. Так что, возможно, мне фонарик даже сегодня не понадобится. Если сейчас усну, отрублюсь до самого утра, то вообще шикарно будет. Утром сделаем кофейку, позавтракаем. Ну, когда домой поеду, еще не знаю, посмотрим. Так, я запаковался в спальник. Потихоньку буду искать удобную позу, чтобы заснуть. На улице еще светло, в принципе, можно и не спать. Посмотрим сейчас, поваляюсь. Может, еще чайку сделаю перед сном. Ромашковый. Что-то пытаюсь заснуть, и пока что-то как-то вообще не хочется. Может, еще не акклиматизировался. В принципе, лежу удобно, комфортно. Матрасик мягкий, до земли не продавливается. Спальник тоже комфортный, места много. Есть где поворочиться в нем. Так что просто все равно немножко атмосфера еще непривычная. Но прикольно, прикольно. Я вот думаю, действительно, может быть, как-нибудь собраться. Ну, еще до того, как права сделаю. Построить какой-нибудь такой небольшой маршрут, может, километров 200-300. С возможными ночевками. Ну, и по Германии. Просто по населенным пунктам ехать. Ну, с моей скоростью, в принципе, можно будет нормально ехать, комфортно. Потому что по населенным пунктам все равно можно только полтинник. А тут, если маршрут грамотно построить, тут можно просто ехать сплошными деревнями. Ну, посмотрим. Сейчас опыт есть. Какой-никакой. Готовить вообще не проблема вот на природе. Допустим, я сегодня сделал что? Ну, этот лапшу, быстрое приготовление. Водичку вскипятил буквально там за пару минут махом. Потом чай делал себе, тоже махом, быстро. Вообще, с готовкой проблем никаких не будет. Суп сварить тоже легко можно. Пробую засыпать уже, потихоньку солнышко заходит. Не, сейчас все равно новые впечатления, новые ощущения. Ой, ладно, ребята, буду пробовать.
Хотел, кстати, почитать, да, достал книжку, а там какие у меня книжки залитые были в читалку. Читаю они какие-то неинтересные. Сейчас, может, еще гляну что-нибудь, какую-нибудь там книженцу. Может, подвернется что-то стоящее. Посмотрим. Всем доброе утро. Я, можно сказать, только встал. Ну как встал, еще лежу. Время 5 утра. Ну, это, в принципе, нормальное время, в которое я встаю. Но вставать что-то не хочется. Глаза еще закрыты. Может, это как-то свежий воздух на меня так действует. Да, наверное, еще спал бы, в туалет только захотел. Вставать, идти куда-то вообще впадлу. Так что, поваляюсь еще сколько можно. Я только сейчас понял, что я зубную пасту и щетку забыл, блядь. Даже жвачек нет. Так что сегодня придется как-то так. О. Ну, в общем, что я могу сказать, ребята? Спал я, ну, непривычно пока. Спал нормально, просыпался несколько раз. Как-то искал положение тела поудобней. Ну, надо немножко попривыкнуть. Матрасик немножко узковатый. Все время так и норовишь с него скатиться. Надо будет попробовать внутрь спальника этот матрасик закинуть. Тогда уж точно никуда не скатишься. Ну, поэкспериментирую. Так что скоро встану, кофейку сделаю. Ну, что-нибудь позавтракаю. Вот такие дела. В палатке сейчас, ну, довольно-таки прохладно. Ну, у меня потому что открыта она. Только вот сеточка. Так что в палатке очень, так сказать, свежо. Мало и лучше, чем здесь потом будет спреет все и как-то. В общем, вот такие вот дела. Блядь, дома я в это время просыпаюсь, у меня глаза открываются нормально. А тут вот именно свежий воздух, видимо, как-то действует по-особенному. Что касается спальника. Ну, сегодняшнюю ночь он нормально выдержал, то есть никаких таких дубаков я не ловил. Вполне себе все нормально. Так иногда заходил прохладный воздух. Опять же, я говорю, у меня палатка открыта, спишь практически как будто под открытым небом. Если будет холоднее, можно просто термуху одеть и все. И будет нормалек. Так что жить можно. Так, ребята, выполз я из палатки, сходился в туалет. На улице такой туманчик небольшой, но, что удивительно, росы нет никакой вообще. Так что ботинки мои были сухие. Так как я сегодня реально мыльное с собой не взял, слава богу, хоть такие салфеточки купил, влажные. Они чисто на водной основе. Так что ими сейчас будем умываться. Хотя бы лицо протереть. Так, ну что, ребята, будем думать сейчас, что сначала кофе, потом завтрак, или кушать потом кофе. Наверное, все-таки с утреца было бы кофе. Ну, сварим кофе вот в этой штуке, импровизированная турка будет у нас. Кофе.
надо будет для этих целей, для кофе, может быть, со временем гейзерную какую-нибудь кофеварочку взять, чтобы было. Хорошо, что у этой палатки сеточка. Я просто вот смотрю, да, вот по сеточке, сколько всякой живности там ползает. Жесть. Так как представлю, вот эта вся бы живность ползала бы здесь у меня в хозяйстве. Ух, да, было бы плохо. Давненько я кофе из турки не пил. Только самое вылазить из палатки, вот самое просыпаться немножко ни о чем. А вот сейчас проснулся, туалет сходил, все зашибись, жизнь налаживается. В общем, я понял, ребята, надо мне подушку какую-то побольше брать. Потому что вот эта подушка, что я взял, она какая-то слишком низкая для меня, и мне это очень мало. Запах уже идет. Так, кофе уже почти закипает, сейчас будет самый ответственный момент, когда пойдет пенка вверх, надо вовремя снять это дело, чтобы не перелилось. Потом мы зальем этот кофеек вот в эту кружечку, дадим немножечко отстояться, чтобы, ну, крошки кофе немножко в осадок выпали. О, закипает, ребята, мне некогда. Ну, друзья, можно немножко другой вкус. Дома-то обычно в другой кофеварке готовлю. А в турке совсем по-другому получается. Даже запах другой какой-то. Ну, не знаю. Я почему-то ожидал от него больше. Это кофе я беру такой специально слабый, потому что одно время я пил очень сильно крепкий кофе, и у меня потом после того кофе начинал глаз дергаться. Потом я перешел на более слабый кофе. Дома нормально. А сейчас вот в этой турке приготовленный как-то непонятно. Надо будет поэкспериментировать с сортами кофе вот именно для таких нужд. Может быть, как раз для таких нужд можно взять покрепче что-нибудь, чтобы вот так вот на свежем воздухе. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Мне кажется, в такой обстановке любой кофе зайдет. Самое главное, горяченький. Кушать, если честно, пока вообще не хочется. Тоже наушнички можно было с собой взять, чтобы хотя бы музычку послушать перед сном. Точно, на будущее надо обязательно взять с собой наушники. Ну, в этот раз я много не брал, я говорю, много чего забыл. Надо будет себе сейчас пометочку сделать, записать. Такой чек-лист, чтобы был на такие поездки, что очень важно с собой брать. Там мыльно-рыльные, наушники. Подушку повыше. Или что-то прикупить, какую-нибудь отдельную надувную подушку, чтобы повыше была. Потому что обычную нормальную подушку с собой тоже таскать, это лишний объем. Хотя, в принципе, ну посмотрим. Пока все идет по плану. Пока мне пока все нравится. Но все равно, ребята, вот после горяченького жизнь приобретает какие-то другие краски. Блять, сколько здесь флоры. Какие-то кузнечики, какие-то мухи, какие-то вот еще непонятные. Как же весело мне тут. Не один зато. Я помню, когда-то давно, ну, мы с приятелями тоже были в кемпинге. Ну, мы на машине ездили, и палатка была. Так там палатка была, там утром дышать в ней было нечего. А вот здесь, что мне понравилось, вот в этой, то есть я тут с двух сторон можно как бы выходить и заходить, то есть две двери.
То есть они как бы симметричны по обе стороны. И, соответственно, она проветривается очень хорошо сквознячком. И здесь нет вот этих таких утренних запахов, какие вот присущи людям с утреца. Но зато ощущение, будто спишь под открытым небом. Еще, кстати, здесь дерево, груша. Ночью иногда падали груши мне на палатку. Грохот был такой недетский. Так, сколько уже время? Время 35 минут 6. Нормально. И температура 14 градусов. Ну, по крайней мере, часы мне показывают 14 градусов. А оно где-то так и есть. Так ощущается. Так что сейчас попью кофейку. Посижу немного в интернете. Благо, интернет и ноутбук с собой. Ну, потом что-нибудь позавтракаю. Какой-нибудь сублиматик сделаю. И будем, наверное, собираться домой. Ладно. В общем, так, ребята. Подумал я сейчас и решил сварить себе вот этот супчик. Это супчик с вермишелькой. Дома я его часто готовлю. Вот такая вот вещь. Это не реклама. А, в принципе, я нахожусь от дома 25 километров. Мне, в принципе, собраться, и через полчаса я буду, грубо говоря, дома. Но, так как у нас сегодня, ну, не только сегодня, а вообще это симуляция настоящего кемпинга, поэтому я решил, ну, гулять так гулять. Сейчас поставим на котелок водичку, она закипит, потом сделаем супчик и покушаем вкусный горячий супчик. Вот такие вот планы на ближайшее время. Время сейчас 6 часов утра. В принципе, это нормальное для меня время. В это время я уже обычно бодрствую, как правило. Да и лег я вчера и рано, часов 10, наверное, было. В общем, еще светло было. Я за эту ночь фонариком ни разу не воспользовался. Не было необходимости. Сэкономил, считай, на электричестве. Тут я между делом смотрю ютубчик. Благо интернет до сюда дотягивает от дома. А если честно, ребята, то кушать уже реально начинает хотеться. Я считаю, что завтрак — это один из основных приемов пищи. Раньше, в детстве, в юности, я вообще не завтракал. А вот последние года я прям без завтрака не могу. То есть завтрак, считай... Что-то сейчас хотел умное сказать и мысль потерял. Ну, ничего страшного. Так что я сегодня никуда не тороплюсь. Сейчас спокойно варим супчик, завтракаем. Ну, потом, как настроение будет, можно будет потихонечку собираться. Палатку разбирать, паковаться. Ну и выдвигаться домой. Засыпал сейчас супчик, сейчас размешаем немножко, и минут 10 он должно еще повариться. В общем, поставил самый медленный огонь, должен еще минут 10 повариться на медленном огне, и будет очень вкусный супчик. Я такие супы прям обожаю. Блять, он через верх начинает. Ай-яй-яй. Сейчас хоть хорошо, ветра нет, не задует. А если был бы ветер, сейчас была бы проблемка. Тоже надо на будущее этот момент учитывать. Как и многие другие. И еще я заметил для себя, нужна другая одежда. Я в брюках, ну как, какой поход в брюках, да, бред. Ладно, век живи, век учись. Веса нашего рюкзака, то есть для того, чтобы обезопасить воду, газ, бензин или какое-то другое покупное топливо, то
наверное, в минусы стоит включить и стоимость топлива. То есть для того, чтобы получить чистую воду, нам при... Так, друзья, супчик уже готов. Сейчас хочу попробовать. Должно быть уже вкусно. Мощная, мощная у меня эта тарелочка. Мне кажется, любая еда на природе становится в 10 раз вкуснее. Даже самая банальная. Пока не съем весь супчик, никуда не поеду. В принципе, вот этого пакетика, что я сейчас сварил, это две нормальные порции супа. То есть два человека могут поесть спокойно. Но, ребята, супчик, это имейте в виду, кто так задумает тоже варить, это расход газа. Допустим, какой-то просто сублимат разогреть, это одно. Там много не надо. А если варить супчик, это скипятить воду, потом еще сам процесс варения супа. Ну, в общем, это будет затратный процесс. Хоть сам пакетик супчика, он стоит копейки, но вот за счет того, что вы используете газ, может выйти дороговато. Не, ну если есть возможность, почему нет? Если у меня не было этой возможности, я бы не делал. Я бы вас взял бы сублимат какой-нибудь другой, просто разогрел бы и все. Но так как цель моей поездки сегодня все это тестировать, почему бы нет? Так, ребята, я тут решил уже сворачиваться. Так. Все. Итак, друзья, вот и закончилось сегодня мое путешествие. Сейчас я уже собрал палатку и потихоньку буду выдвигаться до дома. Думаю, ну, минут через 40 буду уже дома. Распакую вещи и начну монтировать этот видос. Так что, поехали.